Добрый день, дорогие друзья! В этом видео поговорим о проблеме, с которой сегодня также и столкнулся я. А именно, это когда вы что-то хотите, ну, посерфить в Гугле, и у вас выскакивает вот такая ошибка, я не робот, то есть капча. И здесь мы зарегистрировали подозрительный трафик, исходящий из вашей сети. И что бы вы ни делали, то есть вводили... Здесь еще есть цифры, вводите цифры, и она опять на постоянной основе выскакивает эта ошибка. Во-первых, что это? Это может быть особенности провайдера у вас, и если к одному IP-адресу 20 компьютеров одновременно подключено, то Google воспринимает это как подозрительно. И поэтому вы ничего сделать не можете, но можно обойти. Как я решил эту проблему? Я установил вот такой VPN, Edgard VPN, подключил, после этого ввел цифры на капче, и все. У меня все заработало с помощью VPN. Если включать встроенный в Opera, ничего не помогает. То есть нужно отдельно расширение, и такое расширение я установил, после этого эта ошибка пропадает. На этом у меня все. До следующих встреч.